«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология», в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева, а сегодня мы говорим о том, возможно ли бесконфликтное взаимодействие. И раскрыть эту тему я пригласила практикующего психолога Елену Емельянову. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще тема конфликтологии, я знаю, что вы ас в этой теме, поэтому будем потихоньку из вас выуживать все самое интересное из практической и стереотической точки зрения. Так вот, что же такое конфликт? И вообще тема конфликтогенности, да, общества, семьи, да, взаимоотношений. Это же сейчас очень актуально, потому что даже вот совсем недавно, да, у нас вроде бы такое мероприятие, как чемпионат там по футболу, да, чемпионат мира. Люди могут вроде бы и радоваться, и огорчаться, да, но кто-то это делает, не причиняя друг другу никаких там моральных, физических, психологических, да, каких-то ущербов. А кто-то вот прямо воспринимает это исключительно как повод для конфликта, да, даже на почве там, спорта и со всеми вытекающими последствиями. Что такое конфликт? Да, спасибо. Конфликт занимаются различные специалисты, не только конфликтологи, но и социологи, также и политики занимаются, и психологи, и педагоги. Угу. Конфликт относится к острому разногласию, столкновению интересов или идей и скорее подчеркивает процесс, чем результат. Как правило, он сопровождается отрицательными эмоциями, и здесь уже подключается психофизиология, здесь никуда не деться. Угу. Если коронавирус надпочечников выбрасывает в кровь адреналин, с добавлением кортизола возникает ощущение тревоги либо страха. Угу. Вот, и поэтому конфликт, как правило, сопровождается таким шлейфом негативных эмоций. Но есть различные классификации, ну, например, замедленная классификация, угу. Есть позитивный конфликт, негативный конфликт, есть конструктивный и деструктивный конфликт. То есть конфликт можно перевести в позитивное русло, и этим, конечно, занимаются ученые, например, педагоги, школа Рогожниковой в Перми занимается, угу. Школа Марковой занимается в Татарстане. Угу. Этому уделяется большое внимание. То есть мало того, что это явление учат, да, а также и обучают, как можно противостоять, да, этому, как жить этому. В этом конфликте, угу, конечно. Угу. Но основная наша задача сегодня не рассказать нашим слушателям, как проживать этот конфликт, угу. Как его трансформировать или перерабатывать. Об этом мы уже с вами говорили, да, это в предыдущей программе. Да, ага. Это бесконечная тема, поэтому, может быть, мы сегодня поговорим о бесконфликте. К нам взаимодействие, угу. Возможно ли оно? Да, возможно ли оно? Да, ведь как мы замечаем, что у нас у каждого встречаются споры, угу. Но спор не является конфликтом. Угу. Спор – это всего лишь словесные какие-то состязания, целью которых является убеждение другого там, человека, вашего оппонента в своей правоте, в причиной, например, которого могут являться различные противоречия мнений или каких-то разных точек зрения. Вот в каком платье мне сегодня, например, идти в гости? Вот угу. Я хочу сегодня красное платье одеть, а, например, супругу может не нравиться угу. Ваше может красное говорить, нет, платье. Давать синее, потому что да. Мне... больше да. Оно нравится. И вот здесь мы можем с вами просто поспорить, да, и каждый останется при своем мнении, но вы оденете то платье, которое посчитаете нужным, потому что вы свободная да. Личность, да. А может это вырасти в общем-то, весьма в конфликтную ситуацию, да? Да. Угу. Конечно, это зависит и от обстоятельств, и зависит от вашего желания, от ваших убеждений, угу. От ваших ценностей. Поэтому... Скажите, зависит ли, например, если я в детстве видела, как мама с папой, там, например, да, выясняют отношения, как они, например, отстаивают свою точку зрения, там, как они спорят, да? Или же когда я уже видела, что все, это уже действительно реально конфликт, который мог затянуться там на месяца, да, то я беру подобный сценарий и проигрываю его уже во взрослую жизнь, да? Да, вы точно сказали, что это сценарий угу. Или модель поведения. Угу. Да, в какое-то время она может сработать. Угу. А в каких-то ситуациях она может приносить какие-то неблагоприятные последствия. Угу. Поэтому здесь нужно думать человеку, осознавать себя. Угу. И вот сейчас бы я хотела поговорить как раз о компонентах или вообще, что такое бесконфликтное взаимодействие. Угу. Да?
Хорошо, вот давайте, вы сейчас сказали про спор, да? Да. Ну, то есть вот у нас вообще весь, вся жизнь – это вот, ну, как бы взаимодействие, да? То есть я взаимодействую там с членами своей семьи, там, с коллективом, там, да, с обществом, да? При этом я могу, значит, отстаивать свою точку зрения. Это может быть очень так, ну, вот я ее озвучила, приняли, не приняли я, как говорится, и главное, что я озвучила, да? Могу поспорить. Да, там, то есть поискать вот эту правду, да, а могу реально войти в конфликт там, с членами семьи, там, с коллективом, там, даже с обществом, да, мы же такие тоже с вами истории знаем, да. Значит, это все ступеньки, да, нашего с вами взаимодействия. Правильно я понимаю. Что взрослого человека подталкивает, да, к именно конфликту сначала, все-таки, прежде чем мы с вами подойдем к бесконфликтной ситуации, да, что является, вот я такой бесконфликтный человек, да, там, в самом расцвете сил, и вдруг я понимаю, что все-таки этот конфликт назрел, и сейчас он произойдет. Я правильно поняла, что вас интересует именно взрослая аудитория? Пока да. То есть я понимаю, видимо, что уровень осознанности у ней более выше, чем у детской аудитории. Да, про детей мы еще поговорим с вами. В пожилом возрасте, да? Конечно, здесь базой являются какие-то противоречия, либо неудовлетворенные потребности. Потребности, они, как правило, не всегда нами осознаются. И здесь силы вступают в психологические защиты, которые нами не осознаются, опять же. Вот. И человек сам того не подозревая, начинает конфликтовать. Рвать рубашку на теле, да? Ну, я часто привожу такой пример. И сейчас я его снова повторю. Допустим, один говорит, он думает, что я, или она считает, что я. Соответственно, задается вопрос, а с чего вы взяли, что она так считает? Она сама вам об этом сказала? Или он сам об этом вам сказал? Нет. Тогда с чего вы взяли, что он так считает? В общем, это игра слов, но это своего рода зеркало. Идет раскрытие психологической защиты, и человек видит, что он не прав. Ему не всегда бывает приятно увидеть себя с такой точки зрения. Вот. И это уже является потенциальным уже таким противоречием. То есть это противоречие, которое может привести к конфликту. И здесь очень важен уровень осознанности. Зачем вам конфликтовать? Каковы ваши ценности? Что вы от этого получите? Но дело в том, что не все люди могут справиться со своими эмоциями. Не все знают, что они хотят. И это зачастую мешает и в бизнесе, мешает и в продвижении по карьерной лестнице, и в воспитании детей, и в общении с пожилыми родственниками. Вот. Хорошо. Итак, значит, процесс общения, да, он может быть таким, знаете, мирным, да, то есть, да, я вот, например, там, да, сегодня вам сказала, что вот я бы хотела там, а, там то-то, 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 да, вы говорите, ну, зачем тебе все это там, да, я спрашиваю, там, Лена, а вообще это же моя жизнь, да, почему вы там мне, там, например, навязываете какую-то свою точку зрения, еще что-то, да, и вот здесь тоже ведь почва, в принципе, для конфликта, но вы мне говорите, стоп, мы с тобой взрослые люди, мы с тобой, да, осознанные люди, да, и мы с тобой можем общаться бесконфликтно. Как можно взаимодействовать, как можно избегать вот этих острых углов, что для этого необходимо? Мы сейчас, опять-таки, пока говорим только как на уровень взрослых людей. Конечно, в первую очередь важно установить социальный контакт и развить его. Давайте я немножечко так сожму свой ответ, а затем его разверну. Да, хорошо? Хорошо. Итак, что же такое бесконфликтное взаимодействие? Это установление и развитие социальных контактов, то есть между субъектами взаимодействия на основе общепринятых норм поведения. То есть, если принято здороваться, там, да, я здороваюсь, я уже никому не даю повода для того, чтобы кто-то сказал, а она-то, посмотри, сейчас что делает. Каждый раз приходит и меня игнорирует, не здоровается со мной, да? Требовательности к себе, внимательного и сопереживающего восприятия партнера, ответственного и уважительного отношения, взаимной репутации,
анализа сложившейся ситуации и усвоения полученного опыта в контексте возрастных особенностей и субординации. Угу. Вот какое сложное определение. Определение очень сложное. Давайте все-таки разберемся. Давайте. Да? Что ж, да, из чего вообще так сложно жить вообще? Угу. Жили, да? Угу. Социальные контакты, установление социальных контактов. Возникнет вопрос, а что, если я поздоровался, что я не установил контакт, или что, если я общаюсь, я что, не устанавливаю контакт? Угу. Самое главное здесь парадокс в том, что вы можете говорить, например, своему подопечному, подчиненному, либо начальнику. Вас могут не слышать. Угу. Вы-то в контакте с ним, вы-то общаетесь, а вас не слышат. Угу. А почему? А он в своих мыслях, угу. У него какие-то вопросы. Угу. Вот обращали внимание, да? Вы обращали внимание, когда приходите в магазин, и вот усталый продавец встает, и такое впечатление, что он совершенно вас не рад видеть. Угу. Вот вы пришли сюда, а вы его и не трогаете, вы никого не трогаете, вы просто зашли посмотреть на какую-то продукцию. Угу. Затем вам говорят, вам что-нибудь подсказать, угу. То есть сразу же обращение к вашей интеллектуальной сфере. Угу. Да? Угу. То есть вы такой не самостоятельный, не можете выбрать себе ничего. Угу. Или еще такая реплика. Если хотите, вы можете померить. Да? Угу. То есть сразу же у покупателя снижается желание что-то угу. приобретать, угу. потому что... Зачем указывать? Сюда, зачем указывать? Угу. И так знаю, что могу померить. Угу. Так все видно. Угу. Вот. Поэтому здесь вопрос установления социального контакта. В чем же он еще заключается? То есть он предполагает несколько стадий. То есть это предварительный сбор информации. Если вы проводите переговоры, узнайте максимально все о том оппоненте, с кем вы будете общаться, что он любит, как он одевается, как общается, куда вы пойдете. Если это детский сад, то, соответственно, что за группа, что за воспитатели, нянечки, какие родители там будут и так далее. Любая сфера деятельности. То есть, чем больше информации у тебя, тем больше у тебя шансов, да? Угу. Получить там что-то желаемое, может быть, и как-то дискомфортно, которого тебе хочется, да? Угу. Конечно, наблюдение за внешним видом. Если вы изучаете психологию, ну, даже не обязательно изучать психологию, но вы очень наблюдательны, то можете отметить, в каком состоянии, в настроении находится тот или иной собеседник. Человек. Угу. То есть что-то лишнего не сказать, угу. либо наоборот... Не спросить. Что-то наоборот, да, можно угу, спросить. Угу. Также манера приветствия. Если принято здороваться за руку, так поздоровайтесь. А если не принято там обниматься, там, либо поцелуи какие-то, то не делайте этого. Угу. Также важна актуальность встречи. Если вас не ждут... Угу. То вы понимаете, да? Угу. То, скорее всего, это уже будет какой-то негативный шлейф. Дальше осознанность происходящего. То есть все время надо находиться в осознанной позиции, в диалоге. О чем вы говорите? О чем вас спрашивают? Особенно это интересно менеджеры делают. Угу. Пришел в магазин человек, и вдруг он набрал товара, который ему не надо. Ну как угу. хорошо с ним пообщался менеджер. Угу. Да? То есть он угу. использует вот это знание психологии, вот эти тонкие моменты, угу. где что сказать. Вот. Это, конечно, обучаются этому люди. Иногда десятилетиями. Какое ожидание у вас от встречи? Какой результат вы хотите получить? И это все входит в развитие, установление социальных контактов. Только да, это только вот сюда входит. Ну, смотрите, вот эти компетенции, которые вы сейчас назвали, да, они, в принципе, современному человеку, да, нигде не помешают. То есть это конечно. И расширение социальных связей, да, это и развитие эмоционального интеллекта, все же сюда входит, правильно? Конечно, я думаю, угу. что это не только современному человеку можно предъявить, но угу. и в ранние годы тоже, там, угу. и в 60-е годы, там, не знаю, и в прошлом столетии это было актуально. Также ведь человек несет ответственность за свои высказывания. Вот сейчас стала замечать, что иногда какое-то грубое слово, может быть, даже и нецензурное, лексика появляется в общении эфире. Друг с другом, да? Да, угу. в эфире даже, угу. и через средства массовой информации, и при общении, что как-то это несколько тревожная угу. нота, потому что ну, я считаю, что это не культурно, это чисто мое мнение. Вот. Иногда даже шучу, это что, местный фольклор? Угу. Вот. То есть для кого-то это тоже может стать таким пусковым механизмом, да? Конечно. Иногда бывает даже взгляда достаточно для того, чтобы конечно. Возгорелось пламя конфликта, да? Да. Конечно, оценка идет и поведение,
и результата беседы с последующим, да, развитием социальных контактов. Это то, что я вам перечислила, это всего лишь кратко входит в развитие и установление социального контакта. Угу. Что можно отнести к бесконфликтности. Угу. Вот если вы хотите этим заниматься, пожалуйста. Это вам надо вашему бизнесу? Конечно. Надо уметь общаться с клиентом. Что в медицине, что, пожалуйста, в сфере продаж, угу. Что в управлении в сфере. Да. Следующий очень важный фактор – это общепринятые нормы поведения. Так. Смотрите, как интересно. Мы вот гений, ведь он не всегда вписывается в общепринятые нормы поведения. Угу. Но он гений, и он может быть социально очень даже приемлемым его, именно его результаты труда. Угу. Понимаете, вот. Ну, как сама личность бывает весьма-весьма конфликтогенна, да? Очень странен, может быть, как-то одеваться, что-то не застегнуть, где-то не причесаться. Но это только вот мелочи, то, что я назвала. Ага. Главное, чтобы он не совершал противоправных действий, связанных с законом. Вы про сейчас про гениев? Или я вообще про гениев. Людей? Я сейчас про гениев, и про гениев и, конечно, про людей. Чтобы это все вписывалось в рамки закона. Да, потому что изначально мы даже детей, да, настраиваем на то, что если ты хочешь, чтобы было как можно меньше острых углов, для этого нужно соблюдать вот эти самые рамочки, да? Да, да. Потому что дети спрашивают, а почему я должен это делать? А если я не хочу? Ну, а если я хочу по-другому? А здорово, что он спросил об этом. Следующая требовательность к себе. Как это так, да, может быть? Требовательность к себе. Что это такое? Почему я должен быть требовательным к себе? И все для того, чтобы только бесконфликтно общаться, взаимодействовать, да, с другими? Да. Это, конечно, отношение к критичности, то есть самокритика. Вот есть же один из показателей у врачей в постановке диагноза, да, насколько человек критичен. Если на совещании нельзя ноги класть на стол, да, а человек так делает, насколько он критичен, насколько он уважает окружающих, насколько он адекватен ситуации, его поведение адекватно ситуации. Также рефлексия поступков. Опять же, это самооценка. То есть, и своего поведения. То есть я что-то сделал, да? Я обязательно проанализировал, да, прорефлексировал этот момент. Да? Обязательно нужен анализ. Кого это задело, кого это могло ранить, да? Какие вообще результаты мне этот поступок дал, да? С какими последствиями я из этого вышел. Да, а вот в отличие от конфликта, чем глубже человек погружается в какой-то спор, переходящий в конфликт, тем вот эти конструкты, вот эти коммуникативные конструкты становятся неуправляемые, и их последствия становятся непрогнозируемые. То есть мы не знаем, с чем человек столкнется, как он выйдет из этой ситуации, чем это все закончится и для предприятия, и для него, как для специалиста, и для семьи, и так далее. Также это все связано с ценностными установками. Самой личности, да? Самой личности, что для него является ценность. Если он не уважает человека, он готов совершить против него противоправное действие. Или и может идти там, по карьерной лестнице, там, да, переступая через голову, да? Ну, опять-таки, образно метафорически мы с вами говорим, да? То тут тоже показатель. Связано с его волей также. И, конечно, духовной активностью человека. То есть насколько он способен развиваться как личность и оценивать другого человека, уважать другого человека. Ну вот мы рассмотрели требовательность к себе. Еще у нас с вами 9 показателей всего лишь. Давайте. Очень интересно. Ответственное и уважительное отношение к взаимной репутации между партнерами. То есть я не только сам себя уважаю, но я уважаю мнение другого. Даю возможность сохранить ему лицо. И ваш партнер будет вам благодарен, что он в споре. Вы ему сохранили лицо. Лена, вот смотрите, вот сейчас все те компоненты, которые вы перечисляете, да, в принципе, я смотрю, что они же закладываются в период детства, юношества, конечно, да, родителями, конечно, при воспитании, да, педагогами, когда личность растущего человека сталкивается, там, например, с тем или иным учителем, да, с тем или иным, там, с той или иной ситуацией. И как они закладываются? Не нужно обязательно говорить. Вот пример Примерович, вот нужно делать так. Они закладываются под наблюдением. Ребенок смотрит на взаимоотношения между мамой и папой, между мамой и бабушкой,
и так далее, как относятся родители к его бабушке и дедушке. Угу. Вот, он впитывает эту информацию из окружающей среды, и в том числе из средств массовой информации, угу. из фильмов, из сериалов в том угу. числе. Угу. То есть получается, что вообще вот тема профилактики конфликтных, да, вот этих mm-hmm. моментов, это тоже мы будем уже возвращаться вот именно в тот период детства, да? Да. Mm-hmm. Главное, чтобы ребенок понял, ребенок, взрослый человек понял этот рубеж, рубеж, mm-hmm. после, вот что в себя включает профилактику, после которого, после рубежа наступает там критический инцидент, и ситуацию уже невозможно развернуть обратно. Она неизбежно будет конфликтной. И конфликт уже будет обязательно достигнет своей эскалации рано или поздно. Либо он латентный, то есть скрытый, может длиться многие годы, угу. либо же он может разрешиться быстро. Но каковы его итоги? Либо он будет деструктивно, либо конструктивно. Угу. Вот. Итак, возвращаемся к нашим с вами. Да, возвращаемся. Восприятие, да, внимательное и сопереживающее восприятие партнера. То есть нужно проявлять интерес к собеседованию, поддерживать в нем вот эту искру. Конечно, для того, чтобы поддерживать интерес, а если вам не интересно, а вы вынуждены проводить собеседование, либо же в диалог, либо же, ну, неважно, угу. да, ну, вы общаетесь со своим партнером, здесь важна волевая регуляция, то есть... То есть, вот это, чтобы не начинать, волю. Да, то есть, чтобы не выплескивать свое раздражение, свою усталость, да, но, да, да, не показывать ее человеку, потому что это тоже является, опять-таки, одним из таких, да, зачинателей конфликтности, да? Конечно, угу, вот угу. он, потому что некоторые, кто надумывает, вот она на меня так посмотрела, или что-то она так подумала, то есть те, кто в неосознанной позиции, не могут разобраться в своих психологических защитах и над этим не работают, чтобы угу. стать более совершенным, они, конечно, могут это все усугубить. Угу. Конечно, важен анализ сложившейся ситуации. То есть важно проанализировать по итогам, как что происходило. То есть установление причинно-следственной связей. То есть, конечно, это достигается за счет развитого интеллекта. Если человек, ну, не хочет развивать свой интеллект, откуда он возьмется, откуда возьмутся способности, если они не развиваются? Ну, вот смотрите, это мы сейчас опять-таки говорим про взрослые такие, да, осознанные, да? Мы про взрослые да, говорим. Взаимоотношения. Потому что, например, ребенок, чтобы он бесконфликтно взаимодействовал, да, с себе подобным, да, то ему, наверное, анализ этот нужно будет помочь провести, там, почему эта ситуация развернулась таким или иным образом, это уже, наверное, мама, там, например, или папа, да? Да. Потому что сам да. явно это не будет делать. И здесь, наверное, уместно вот что сказать, что если ранние годы, там, в советское время, в 80-е, там, можно было критично относиться угу. с такой критикой публичной, ах ты бессовестный, да как тебе не стыдно? Угу. Сейчас тебя партсобрание пропесочит и тебе объяснит, как надо жить дальше. Вот, мы сейчас тебе угу. покажем. Сейчас это не рекомендуется делать, угу. потому что чем жестче будет подход, тем ребенок не будет сильнее сопротивляться, угу. современный ребенок. Поэтому важно выводить его на вопросы. У тебя проблемы? Угу. Нет проблем. А как угу. так получается, что вот задаю тебе задание, у угу. тебя не получается угу. ничего сделать? Как так выходит? Вот. А что так? А, ты в компьютерную игру играл? Ну что ж, ну можно и в компьютерную игру поиграть. Угу. А что так долго? Ты не мог угу. остановиться там, да? То есть угу. вот это вот все спрашивать ребенка, общаться с ним. Как правило, это выясняется, что родители не находят времени угу. для своего чада, и он спасается в такой, что няне. Угу. В няне информационной это компьютерная игра, либо телевидение, угу. либо какие-то еще другие то, вещи. То, что занимает меня, мой ум, мой мир, да, в данный момент, да, да, и отпускает. И он туда втягивается и не может остановиться самостоятельно, потому что волевая регуляция, вот эти внутренние рычаги, угу. они у него не сформированы. Угу, угу. Ну и вот, пожалуйста, трудно вам ему делать. Конфликтная ситуация. Конечно, да? анализ сложившейся ситуации делать трудно. Угу. Также Но важно... тем не менее, делаем. Да, мы обязательно делаем. И учим этому детей и подростков. Да? Детей, да. Угу. Ребенок еще отличается тем от подростка, что он не может выразить то, что его беспокоит. Угу. Поэтому здесь нужно наблюдать за его поведением, за его действиями и словами, что он говорит. Потому угу. что где-то он может подменять понятия, потому что он их сути еще не понимает, не разбирается Нет. в этом. Угу.
Также важно в бесконфликтном взаимодействии усваивать полученный опыт. То есть мало того, что вы разобрали ситуацию, проанализировали ее, да, там установили контакты, важно еще это ассимилировать. Что я возьму для себя, что не возьму для себя. Что я буду использовать в дальнейшем, да, если подобная ситуация будет складываться, да? Для изменения своего поведения. А не меняю другого человека. Да, и обучение новым способам, опять же, реагирования на происходящее. Если вот в одной, допустим, вы работаете в одной организации, но по своей квалификации вас приглашают и в другие еще организации, как специалисты, либо у вас появились какие-то зарубежные командировки, или даже командировки в другие регионы, и там уже другая субкультура. Поэтому менять свое поведение иногда и приходится. У одних одно, так сказать, требование, у других другое. У каждого монастыря свои правила, да? И когда ты заходишь туда, то ты должен им подчиняться, да? При всем при этом, конечно же, мы все равно как единица личностная, да, вносим какие-то свои... Коррективы обязательно. Да, коррективы обязательно, да? Хорошо. Вот смотрите, вроде бы так все ясно, просто оказывается, в наш современный сумасшедший мир можно... Даже нужно умудряться, да, жить бесконфликтно, общаться, взаимодействовать. Все, что от тебя требуется, это вот прямо там 1, 2, 3, 4, 5 пунктов, которые ты, в принципе, нарабатываешь в течение всей жизни. Ведь ты не рождаешься уже со всеми этими волевыми качествами, со всеми этими социальными связями, с культурными пониманиями, с моментами анализа. Следовательно, мы с вами понимаем, что самый такой период благодатный на обучение, это опять-таки у нас получается детский возраст, да? Да. Итак, как ребенка, вот прямо сейчас я понимаю, что у нас очень немного времени, как ребенка настраивать на то, что вообще все в этой жизни можно решать без конфликта. И как раз мы переходим к возрастным особенностям, которые входят в бесконфликтное взаимодействие, и субординации, да, то есть следование правилам иерархии отношений. Этому, конечно, важно обучать. Здесь работают компоненты когнитивные, то есть обучать ребенка понимание вообще сущности, зачем ему бесконфликтно общаться. Надо ему, иногда надо постоять за себя, что такое конфликт. Эти все-таки модели поведения ему надо попробовать, для того, чтобы понять разницу, когда можно их использовать. Ценностный компонент, осознание ценности, значимости вот этого бесконфликтного взаимодействия. Зачем? Что он получит от этого? То есть важно здесь не путать такую толерантность, да, толерантность. Что-то терпи-терпи. Да, там, терпение, да. Здесь важно перевести его в сотрудничество, когда без взаимных уступок идет договоренности, можно достигнуть. Также волевой компонент важно формировать. Поведенческий компонент, умение планировать свои действия, уметь видеть перспективы. И также умение организовать бесконфликтное пространство. Вот, бесконфликтное. Это тоже немаловажно, да? Да, это занимается, конечно, практическая психология. Сейчас мы не можем уделить этому времени. Рефлексивный компонент, опять же, осознание бесконфликтного взаимодействия, расширяющего возможности предвидения, да, так и так далее. В общем, можно об этом много говорить. А ребенку важно объяснять. Посмотри, что будет, если ты так поведешь. А если ты сделаешь так? По-другому. Это моя игрушка. Я хочу. Вот действительно, если это игрушка его, а ребенок в песочнице у него отбирает его игрушку, то он может за нее постоять и объяснить, что это моя игрушка, я имею полное право и ей распоряжаться. А попробуй, да, объяснить словами. А попробуй по-другому. А если ты сделаешь так, то здесь, конечно, важно, чтобы общался. У ребенка была вариативность, да? Вариативность, вот это, да, и он мог общаться с родителями. А это значит, что родитель важно повышать уровень своей образованности. Хорошо. Вот смотрите, это у нас такой период детский, да? А если у нас с вами моменты, например, пожилые люди, да, то есть когда у нас есть с вами там пожилые родители, и мы понимаем, что нам тоже вот нет-нет, да, вот возникают какие-то конфликтные ситуации, то тут нужно что учесть? Здесь важно учитывать их потребности, то есть мы рассматриваем, можно рассмотреть пирамиду Маслоу, то, что в основном у них витальные потребности, также в безопасности, в любви, которая, и знаете, у них преимущественно аффилативная потребность, которая никогда не будет насыщаема, насыщена никогда.
себя. Этому надо быть готовой. И то есть, даже понимая это, да, ты уже понимаешь, что вот конфликтовать с родителями, которые там, да, уже совсем другое поколение, да, просто ни к чему, да, тут надо уже просто принимать, помогать, ну и сопровождать их, да, в такой сложный период, как... То есть, зачем нам нужно бесконфликтное взаимодействие? Зачем? Для продвижения по карьере, по карьерной лестнице, для бизнеса, для установления позитивных контактов, для общения со своими пожилыми родственниками, для общения с детьми. И вообще для состояния ощущения, что жизнь возможна без конфликта, что жизнь может быть наполненной, радостной, приятной, да, а не быть все время как на вулкане, правильно? Ну, да, не хочется, конечно, в иллюзии в какие-то, да, вдаваться. То есть мы говорим сейчас не только, то есть преимущественно мы говорим сейчас о бесконфликтном все-таки взаимодействии. Спасибо большое. Ну что, друзья, это была программа «Практическая психология». Сегодня у нас в гостях была практикующий психолог Елена Емельянова, и мы говорили о том, возможно ли бесконфликтное взаимодействие. Всего доброго, всем любви, счастья и бесконфликтной жизни. Спасибо. Практическая психология.